Всем привет, друзья! Вы просили какую-то программу тренировок на турнике и брусьях, но в последнем видео вы попросили еще программу именно Даниила. И сегодня он покажет всю свою программу, по которой он занимается, да? Да. Полетели! В общем, я покажу свою программу тренировок. На самом деле моя программа очень проста, и каждый из вас как бы может по ней тренировать. В начале тренировки я всегда разминаюсь и начинаю с выходов силой. Я так делаю 8 подходов на максимум выходов. У меня тренировка занимает в районе 2,5-3 часов. Значит, у меня идут подтягивания, отжимания, отжимания на брусьях и обратное отжимание у скамьи. В подтягиваниях у меня идет с 18 до 13 повторений, не по уменьшению, просто с 18 до 13. На брусьях у меня идет с 25 до 13. На отжиманиях у меня идет 8 подходов по 20 повторений. Обратных отжиманиях также, как и в простых отжиманиях. Значит, отдых между подходами примерно 2 минуты. И далее мне идут обратно отжимания. Они будут очень медленные, чтобы проработать больше трицепс. В общем, у меня на самом деле тренировки могут быть разными. Я могу, вот допустим, по этой программе, которую я сказал, тренить там 2 дня. На другой день я вообще могу провести какую-нибудь круговую свою тренировку, а на еще другой день я могу вообще провести тренировку с весом. А к концу тренировки я обычно делаю программу на бицепс, это у меня идет разнохватом, то есть узким, там по 6 повторений. Потом у меня идет широким, также 6 повторений. Потом у меня идет средним, тоже 6. И все. Так, сейчас я покажу тренировку, которую я делаю во вторник. Это у меня, значит, идет 8 подходов по 10 повторений подтягивания широким хватом. Значит, помимо подтягиваний, которые я вам показал, очень плавных, качественных, я также провожу и тренировку ног. У меня, значит, идут выпады. Так я делаю по 6 подходов и на максимум повторений. Далее у меня идут просто приседания. Ну, такие взрывные. 5 подходов по 20 повторений. И дальше я делаю пистолетик. 4 подхода по 15 повторений. Значит, после того, как я уже потренил ноги и подтягивания, под конец я завершаю элементами. Делаю разные элементы. Среда, у меня идет тренировка отжиманий, и отжимания я делаю разнохватами. В общем, у меня сначала идет широким хватом. Так, 4 подхода по 15 повторений. Дальше у меня идет средним хватом. Также 4 подхода по 15. Дальше идет у меня бриллиантовым. Также 4 подхода по 15. Вот. И я могу эти отжимания дополнить обратными отжиманиями, чтобы еще добить трицепс. Так я делаю 3 подхода по 20 повторений. И в среду я делаю не только отжимания, у меня еще в программу входит пресс. Дальше у меня идет подъем на лежа. Так я делаю 6 подходов на максимум. Отдых между подходами 2-3 минуты. Дальше пресс я добиваю поднятиями ног в прикладине.
and I make it, you'll see. Trick, give it some time and you'll see. This, I don't just want it, I need it. That is why I will achieve it. Man, you just gotta believe it. See in your mind you could be. Дальше я делаю дворники. И добиваю я эту всю тренировку уголком. В четверг, пятницу и субботу у меня идут те же упражнения, что я и делаю в понедельник, вторник и среду. Так, друзья, если вам понравилась эта программа тренировок, то подписывайтесь на Данька в инстаграмчик, будет в описании ссылочка. И пишите в комментариях, как вам вообще тренировка, будете ли вы по ней заниматься, если хотите стать такими же крутыми, как он в 15 лет. Блин, в 15 лет, ребята, если вам 15 лет, давайте атакуйте, бомбите. Кстати, как ты питаешься вообще? У меня идет обычное питание, то есть как все. То есть вообще не заморачиваешься? Ну, естественно, не, я, конечно, ну, ем все подряд, но я не ем там всякие фастфуд, газировки и так далее. В общем, ну, в принципе, питаешься обычной едой, как да. Все люди, да? Ну вот, друзья, так что спасибо большое за внимание, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем выпуске. Пока!